Как вы громко умеете говорить «здравствуйте». Знаете, что самое интересное? Это то, что не только вы сейчас меня видите, но и сейчас меня видят в Архангельске, в Барнауле, в Ленинграде, во Владивостоке, во всей нашей стране. Вот сейчас люди сидят, вот такие же ребята, как вы, около своих телевизоров и глядят. И они вас увидят, вас. Потому что вот сейчас мы будем играть спектакль, вы будете на него глядеть, на этот спектакль, а они будут у себя перед телевизорами глядеть. Так что сейчас мы все вместе, все города вместе смотрим наш спектакль. А теперь вот посмотрите сюда. Чей это портрет? Чайковского! Правильно, Чайковского. Это вы правильно увидели сразу. А как его зовут? Корней Иванович. Корней Иванович, правильно, Корней Иванович. Чайковский. Он был очень хороший поэт, очень хороший писатель и замечательный человек, добрый и очень веселый. Когда он был молодой, то жил под Петербургом, в Куоколе. Ну, теперь Петербург называется Ленинград в честь Владимира Ильича Ленина. А Куокола тоже переименована. Она называется Репино в честь художника Репина. К Чайковскому всегда приходило очень много людей. Он любил людей, и к нему приходили гости. И Горький приходил, и Маяковский приходил, и Репин приходил. И все гости всегда писали что-нибудь веселое, смешное в такой альбом. Или рисовали картинки. Я видел этот альбом. И этот альбом назывался «Чайковского». Почему «Чайковского»? Потому что жил-то Чайковский в Куоколе. Чайковский, Куоколе, Чайковского. Вот получилось такое смешное название. Вот и мы решили наш спектакль назвать «Чайковского», потому что он тоже вроде альбома, только живой альбом детских сказок Чайковского. Корней Иванович очень любил ребят, и в писательском поселке Переделкино, есть такой поселок под Москвой, он там жил, он на собственные деньги построил детскую библиотеку и купил для этой библиотеки 2000 книг. С тех пор все книги прибавлялись, прибавлялись. Я думаю, сейчас, 1020, наверное, в этой библиотеке книг. Очень хорошая библиотека, я там бывал. Но я не только в библиотеке бывал. Я и в гостях у Чайковского бывал, часто к нему ходил. И всегда что-то интересное у него получалось. Как-то я к нему пришел, сижу в комнате, жду его. И вдруг он выходит из другой комнаты, прямо ко мне, вот в таком наряде. Смотрите. Видите, такая шапка с перьями, как индеец. Это он в таком наряде с ребятами играет. В другой раз я пришел к нему, а он говорит: погодите, сейчас я шляпу и мантию надену. И опять ушел в другую комнату. Я ничего не понял, а он вернулся. И смотрите, вон какой. Тогда я все понял. Эту одежду ему в Англии дали.
Он ведь был большой ученый, и знаменитый университет в Оксфорде избрал его доктором литературы. Это очень большое звание. А в третий раз я пришел к нему, он говорит, я тоже куклами играть умею. И надел на руку вот этого крокодила. Вот, видите? И очень ловко им играл. А как-то я прихожу к нему, и он держит в руках какого-то смешного львенка. Вот. И говорит, будто этот самый его игрушечный львенок умеет по-английски разговаривать. Ну, я сперва не поверил, естественно. А он действительно умеет. Там у него внизу такое колечко, и если дернешь за колечко, он говорит, how do you do? Это значит, здравствуйте, по-английски. А если еще раз дернешь, он говорит, thank you. Это значит, спасибо. Ну, значит, у него там какой-то такой говорящий механизм внутри прилажен. А однажды домой по почте я получил такой пригласительный билет. Вы сейчас его в большом виде увидите. Видите? Читайте. Пригласительный билет. Дорогой, потом в скобках Ая. Но это значит, если мужчине или мальчику, то дорогой. Если женщине или девочке, то Ая. Ну, тут Ая зачеркнуто, потому что это мне образцов там написано, видите? Приглашаю тебя на костер. Здравствуй, лето. 24 июня 1962 года. Костер состоится на станции Переделкино. Начало в 13:00. Ну, это значит, в час дня. Цена билета 10 шишек. К. Чуковский. Это его подпись. Ну, мы, конечно, с женой пошли, принесли 20 шишек, нас же было двое, и очень было интересно. И такие костры устраивались у Чуковского каждое лето. Для ребят играли музыканты, фокусники показывали фокусы, поэты читали стихи, Барто, Михалков, а сам Чуковский рассказывал свои сказки. И вот сейчас мы вам покажем живые сказки Чуковского. За Чуковского буду говорить я, а за всех, кто в сказках показывается, будут говорить наши куклы. Только сейчас пусть заиграет веселая-развеселая музыка, а вы складно в ладоши похлопайте. Начали! Стойте, 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 ребята. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Да пудов это к 5 или 6. Больше ему не съесть. Он у меня еще маленький. А вчера поутру кенгуру. Не это ли квартира мой додыра? Я рассердился, да как заору. Нет, это чужая квартира. А где мой додыр? Не могу вам сказать. Позвоните по номеру 125. А недавно 2 газели позвонили и запели. Неужели в самом деле все сгорели, карусели? Ах, в уме ли вы газели, не сгорели карусели, и качели уцелели. Вы б газели не галдели, а на будущей неделе прискакали бы и сели на качели карусели. Неужели в самом деле все сгорели карусели? Но не слушали газели и по-прежнему галдели. Неужели в самом деле все сгорели карусели? Что за глупые газели? А потом позвонил крокодил и со слезами просил. Мой милый, хороший, пришли мне калоши. И мне, и жене, и Татоши с кокошей. Постой, не тебе ли на прошлой неделе я выслал 2 пары отличных калош. Ах, те, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели.
и ждем не дождемся, когда же ты снова пришлешь к нашему ужину дюжину новых и сладких калош. А потом позвонили зайчатки. Нельзя ли прислать перчатки? А потом позвонили мартышки. Пришлите, пожалуйста, книжки. А потом позвонил медведь, да как начал реветь. Погодите, медведь, не ревите. Объясните, чего вы хотите. Но он только му да му, а к чему, почему, не пойму. Повесьте, пожалуйста, трубку. А потом позвонила свинья. Вы пришлите ко мне соловья. Мы сегодня вдвоем с соловьем чудесную песню споем. Нет, нет, соловьи не поют для свиньи. Ой. Позови-ка ты лучше ворону. А потом позвонили цапли. И такая дребедень целый день. Дзинь-зелень, дзинь-зелень, дзинь-зелень. То тюлень позвонит, то олень. Я 3 ночи не спал. Я устал. Мне бы заснуть, отдохнуть. Но только я лег, звонок. Кто говорит? Носорог. Что такое? Беда, беда. Бегите скорее сюда. В чем дело? Спасите. Кого? Бегемота. Наш бегемот провалился в болото. Провалился в болото? Да. И не туда, не сюда. О, если вы не придете, он утонет. Утонет в болоте. Умрет, пропадет бегемот. Ладно, бегу, бегу. Если смогу, помогу. Ох, нелегкая эта работа из болота тащить бегемота. Приятели, бегемотовы спасатели. Из болот бегемот, как работа. Ох, едва-едва-и, ох, как вы устали. Ох, кто бы мог, кто бы нам ничего не получается, но не будем мы отчаиваться. Еще нам дали, еще нам дали, еще раз, еще раз, еще раз. А теперь послушайте и посмотрите другую сказку. Она про то, что нужно быть храбрым и никого не бояться. И называется она «Тараканище». Вы эту сказку читали? Так. А как она начинается? Помните? Правильно. Ехали медведи на велосипеде. Так мы и начнем. Музыка. Ехали медведи на велосипеде. А за ними кот задом наперед.
А за ним комарики на воздушном шарике. А за ними раки на хромой собаке. Волки на кобыле. Львы в автомобиле. Зайчики в трамвайчике. Жаба на метле. Едут и смеются, песенки поют. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий и усатый таракан. Таракан, таракан, тараканище. Проглочу, 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 не помилую. Звери задрожали, в обморок упали. И сказал гиппопотам, крокодилам и китам. Кто злодея не боится и с чудовищем сразится, я тому богатырю двух лягушек подарю и еловую шишку пожалую. Не боимся мы его, великан мы его, мы зубами, мы клыками, мы копытами его. Не боимся мы его, великан мы его, мы зубами, мы клыками, мы копытами его. Бой, звери кинулись в бой. Ура! Но увидев усача, ай-яй-яй! Звери дали стрекача. По лесам, по полям разбежались, тараканьих усов испугались. И вскричал гиппопотам. Что за стыд? Что за срам? Эй, быки и носороги, выходите из берлоги и врага на рога поднимите-ка. Но быки и носороги отвечают из берлоги. Мы врага бы на рога бы. Только шкура дорога. И рога нынче тоже недешевы. Все сидят и дрожат под кусточками, за болотными прячутся кочками. Крокодилы в крапиву забились, и в канаве слоны схоронились. Но однажды поутру прискакала кенгуру. Увидала усача, закричала сгоряча. Разве это великан? Ха-ха-ха, это просто таракан. Ха-ха-ха, таракан, таракан, таракашечка. Жестоногая козявочка, букашечка. И не стыдно вам, не обидно вам. Вы зубастые, вы клыкастые. А малявочки поклонились, а козявочки покорились.
слоны и носороги отвечают из берлоги. Уходи-ка ты отсюда, как бы не было нам худо. Вот и стал таракан победителем, и лесов, и полей повелителем. Покорились звери усатому, чтоб ему провалиться проклятому. Принесите-ка мне звери ваших детушек. Я сегодня их за ужином скушаю. Бедные, бедные звери, вою, рыдаю, реву. В каждой берлоге, в каждой пещере слово обжору клянут. И какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка, медвежонка, волчонка, слоненка, чтобы не сытое чучело бедную крошку замучило. Плачут они, убиваются, с малышами навеки прощаются. Только вдруг из-за кусточка, из-за синего лесочка, из далеких из полей прилетает воробей. Прыг да прыг да чик-чирик, взял и клюнул таракана. Вот и нету великана. По делам великану досталось, а! И усов от него не осталось. То-то рада, то-то рада вся звериная семья. Поздравляют, прославляют удалого воробья. Ура! 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 Ослы ему славу по нотам поют. Слава, слава! Ослы бородою дорогу метут. Шик, 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 шик. Бараны, бараны стучат барабаны. Храблей. Всех храблей у нас! Воробей! Медвежат и волчат, всех он спас! И слонят, и козлят тоже спас! Слава! 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 А теперь хотите, ребята, я покажу вам портрет мальчика, который никогда в своей жизни не умывался. Хотите? Ну, тогда я вам покажу. Смотрите. Вот он. Он какой чумазый. И лоб вымазал, и щеки,
даже уши черные. А руки-то руки, смотрите, какие. Еще улыбается, будто так и надо. А теперь хотите, я вам покажу, какой был бы этот мальчик, если бы он умылся. Тогда смотрите. Вот, совсем другое дело. Даже смотреть приятно. Умытый, причесанный. А теперь хотите, я вам покажу совсем удивительный портрет. Ну, смотрите, музыканты, сыграйте нам что-нибудь торжественное и погромче. Ну, кто тут нарисованы, ребята? Правильно, знаменитый мой Дадыр, умывальников начальник и мочалок командир. Вот мы сейчас вам и покажем сказку про мальчика, который не любил умываться, и про мой Дадыра. Музыканты пусть сыграют что-нибудь тихое-тихое, ну, вроде колыбельной. Так. А теперь потихонечку-потихонечку открывайте занавес. Видите, мальчик спит? Тот самый, которого вы на портрете видели. Ну, мыться, конечно, забыл. Так и лег неумытый. Крепко спит. А теперь смотрите, что будет дальше. Внимательно смотрите. Одеяло убежало. Улетела простыня. И подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за свечку. Свечка в печку. Я за книжку. Добежать и в припрыжку под кровать. Напиться чаю, к самовару подбегаю. Но пузаный от меня убежал, как от огня. Что такое, что случилось? Отчего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом? Утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами, кочерга за кушаком. Все вертится и кружится и несется кувырком. Маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник и качает головой. Я великий умывальник, знаменитый мой Дадыр, умывальников начальник и мочалок командир. Ах ты, гад! Ах ты грязный, неумытый поросенок! Ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя. У тебя на шее вакс, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки,
даже брюки убежали от тебя. Рано утром, на рассвете, умываются мышата и утята, и котята, и жучки, и паучки. Ты один не умывался, и грязнулью остался, и сбежали от грязнули и чулки, и башмаки. Он ударил медный таз и вскричал: «Карабарас!» И сейчас же щетки-щетки затрещали, как трещотки, и давай тереть-тереть, приговаривать. Моем-моем, труба чисто-чисто-чисто-чисто-чисто, будет-будет, труба чисто-чист-чист-чист-чист. А от бешеной мочалки он помчался, как от палки. Вдруг навстречу мой хороший, мой любимый крокодил. Он с Татошей и Кокошей по аллее проходил. И мочалку, словно галку проглотил. А потом, как закричит: «Ай-яй-яй!» Как ногами застучит. «Уходи-ка ты домой», говорит. «Да лицо свое умой», говорит. «А не то, как налечу», говорит. «Растопчу и проглочу», говорит. Отпустил он по улице бежать. Прибежал он к умывальнику опять. «Мылом, мылом, мылом, мылом умывайся без конца. Смой ваксу и чернила с неумытого лица». «Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистым стыд и срам». «Стыд и срам! Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Наконец-то ты, грязнуля, мой до дыру угодил». Да здравствует мыло душистое! И полотенце пушистое! И зубной порошок! И пустой гребешок! Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться! Ушат, горы, в лакане, в реке! В реке, в океане, в любом ручейке! И в ванне, и в ванне! Всегда и везде! Вечная слава в воде! Вечная слава в воде! А напоследок мы вам покажем страшную-престрашную сказку про страшного-престрашного разбойника. Он бегает по Африке и кушает детей. Гадкий, нехороший, жадный. Как его зовут? Бармалей! Правильно, Бармалей. Только вы не очень-то его бойтесь. Он не настоящий, а кукольный. Это раз. В последний момент прилетит добрый доктор Айболит. Это два. Горилла приведет крокодила, это три. И вообще все кончится благополучно. Это четыре. Музыка!
папочка и мамочка под деревом сидят. И папочка и мамочка детям говорят. Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку. В Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей. Он бегает по Африке и кушает детей. Гадкий, нехороший, жадный Бармалей. Африка ужасна. Да, да, да. Африка опасна. Да, да, да. Не ходите в Африку, дети, никогда. Но папочка и мамочка заснули вечерком, а Танечка и Ванечка в Африку бегом. В Африку, в Африку. Говорили нам напрасно, будто в Африке опасно. Тут прекрасно, тут прекрасно, тут нисколько не опасно. А это Африка, вот так Африка. Ах, какая замечательная Африка. А это Африка, вот так Африка. Ах, какая замечательная Африка. Мы без папы плазывем и без мамы проживем. Мы идем, мы вдвоем на всю Африку поем. Ай да Африка, вот так Африка. Ах, какая замечательная Африка. По голячему песку чичку мы гуляем день и ночь. Чичку, тим-тим, ретитим. Мы гуляем, где хотим. Мы играем, где хотим. Что хотим, то творим. Что хотим, то и едим. Ай да Африка. Им горилла приговаривала. Он акула, каракула, распахнула злую пасть. Вы какуи, каракуи, не хотите ли попасть прямо в пасть? Акула и со страху утонула. Поделом тебе, акула! Поделом! Ай да Африка! Вот так Африка! Ах, какая замечательная!
бегемот. Он идет по болотам и громко и грозно ревет. И Ваня хохочут, бегемотово брюхо щекочут. Ну и брюхо, вот это брюхо, замечательное! Ну и брюхо, вот это брюхо, замечательное! Ай-яй, Африка! Вот так Африка! Ах, какая замечательная Африка! Не стерпел такой обиды бегемот. Убежал за пирамиды и ревет. Бармалея, Бармалея громким голосом зовет. Бармалей, Бармалей, Бармалей! Выходи, Бармалей, поскорей! Этих гадких детей, Бармалей! Не жалей, Бармалей, не жалей! Таня, Ваня задрожали, Бармалея увидали, он по Африке идет, на всю Африку поет. Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник Бармалей. И мне не надо мармелада, мне не надо шоколада, только надо очень маленьких детей. Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник Бармалей. Страшными глазами сверкает. И страшными зубами стучит. И страшный костер зажигает. Он страшное слово кричит. Карабас! Барабас! Пообедаю сейчас. Дети плачут и рыдают, Бармалея умоляют. Милый, милый Бармалей, смилуйся над нами, отпусти нас поскорей к нашей милой маме. Но ответил людоед: нет. Ответил людоед: нет. Милый, милый людоед, смилуйся над нами, мы дадим тебе конфет, чаю с духарями. Но ответил людоед: нет. И сказала Таня Ване: посмотри, в аэроплане кто-то по небу летит. Это доктор, это доктор, добрый доктор Айболит. Добрый доктор Айболит к Тане Ване подбегает. Таню Ваню обнимает. И злодею Бармалею, улыбаясь, говорит: о, пожалуйста, мой милый, мой любезный Бармалей, отпустите поскорее этих маленьких детей. Но ответил людоед: нет.
О, прошу вас, мой любезный Пармалей, отпустите поскорее этих маленьких детей. Но ответил людоед: нет! Но вот из-за Нила горилла идет, горилла идет, крокодила ведет. Добрый доктор Айболит крокодилу говорит: ну, пожалуйста, скорее проглотите Пармалея, чтобы жадный Пармалей не хватал бы, не глотал бы этих маленьких детей. Повернулся, улыбнулся, засмеялся крокодил. И злодея Пармалея словно муху проглотил. Но в животе у крокодила темно и тесно и уныло. И в животе у крокодила рыдает, плачет Пармалей. Я буду добрей. Он будет добрей. Полюблю я детей. Он полюбит детей. Не губите меня. Пощадите меня. Я буду добрей. Пожалели дети Пармалея. Крокодилу дети говорят: если он и вправду сделался добрее, отпусти его, пожалуйста, назад. Мы возьмем с собой у Пармалея, увезем в далекий Ленинград. Крокодил головою кивает и широкую пасть разевает, и оттуда, улыбаясь, вылетает Пармалей. И лицо у Пармалея и добрее, и милее. Как я рад, что поеду в Ленинград. Пляшет, пляшет Пармалей, Пармалей. Буду-буду я добрей, да добрей. Напеку я для детей, для детей. Пирогов, кренделей, кренделей. Пирогов, кренделей, кренделей. И по базарам, буду-буду я гулять. Буду даром, даром, даром пироги я раздавать. Будет даром, даром, даром пироги он раздавать. А для Танечки и для Ванечки будут у меня мятные прянички. Пряник мятный, ароматный, удивительно приятный. Эх, подходить, получить, ни копейки не платить. Потому что Пармалей любит маленьких детей. Любит, 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 любит маленьких детей. Кончилась наша Чукокола. Хотите, ребята, посмотреть актеров, которые играли этот спектакль? Ну, тогда они сейчас выйдут все перед вами, и вы их увидите, и те, кто смотрел нас по телевидению, все увидят. Товарищи актеры, выходите! Музыка! Thank you.
свидания, ребята. До свидания. Желаю вам счастья. И вам всем, тем, которые здесь в зрительном зале, и вам всем, которые там смотрят нас в разных городах нашей страны огромной. До свидания. До свидания. До свидания.